Привет, дорогие мои друзья! Привет всем! Привет-привет! Картина маслом. Хочу показать вам мое украшение из кварца. Это просили, кстати, тоже очень многие женщины. Покажите, пожалуйста, какой же это интересный кварц. Он не часто встречается, поэтому запрос показать еще раз. Я не помню, показывала ли я вам это украшение или нет. Мне кажется, я, по-моему, уже показывала. Но я это делаю видео по запросу. Дело в том, что этот кварц действительно, он не часто встречается. Это редкий кварц. Здесь вы видите страббери кварц, это или клубничный кварц, и ладолит. Ладолит – это подвеска. И маленькие бусины, они более темнее, но они есть и светлые очень. Просто мне попались такие темно насыщенные включения именно там внутри. Вот как бы красные бусины, даже я бы сказала, ну, такие внутри как бы как кровавые даже пятна. Вот именно этот кварц, ладолит, его еще называют фантомный кварц. Он тоже очень красивый, это... Удивительный кварц, его называют так, потому что если у вас есть шар из этого кварца, и там будет какие-то такие картины, то эти картины, они будут напоминать космос. Даже если бусины небольшие. Потому что эти включения, они не определяются. Как бы, ну, название не дашь им, что это, или пейзаж, или дерево, или маленькие там листочки. Это будет что-то непонятное, и чаще его называют просто... Если мы рассмотрим мою эту подвеску, смотрите. Она небольшая, маленькая, но у нее хорошо видно вот те самые включения, которые есть в этом кварце. Обычно бывают. Такое впечатление, я не знаю, как это будет на камеру смотреться, я показываю вам на солнце, чтобы это было хорошо видно. Но такое впечатление, что это что-то непонятное, или дымка, или туман. Просто это какой-то космос, самое что ни на есть вот настоящее, вот как мы видим на картинках. Ну, а страббери кварц клубничный, он тоже прекрасен, он тоже не часто встречается. И так название, потому что включение имеет крапинки. Красненькие, как бы оранжевые, есть желтенькие, золотистые, и они поблескивают, и они сверкают. И такое впечатление, как будто клубничка. Вот особенно если мы посмотрим на более маленькие бусинки, вот эти, то, ну, просто самая настоящая такая клубничка. Еще не доспелая, так скажем, не совсем поспевшая, но похоже. Тоже такое впечатление, как будто маленькие кровинки. Вот очень интересный кварц. И тот, и тот. Ну вот я соединила это в такое украшение. Видите, какой он красивый. Мне больше, конечно, напоминает как бы коктейль. Не совсем как бы клубничка, но название имеет клубничный кварц. Коктейль с клубничкой как-то больше, потому что сам кварц, он прозрачный. И вкрапления красные. Также хочу показать еще одно украшение. Тоже просили показать, так как я в нем была на шопинге, и многие заметили, увидели. Но еще вам не показывала, это мое новое украшение, так как в последнее время я очень много получила рутилового кварца. Это волосы Венеры, но я его называю лучистый. И поэтому у меня три вида украшений из этого кварца. Бусины большие. И это украшение из рутилового кварца и зеленый гранат. Зеленые гранаты, вы как видите, плоские. Такие тоже галтовочки, как бы их назвать. Да, они просто, они ограненные, но имеют форму так свободную, так скажем.
И внизу тоже зеленый, видите, это гранат. Тот же самый тип, только ограненный тоже, только немного другой. Этот более насыщенный, да, этот более светлей. Ну, рутиловый кварц сам по себе, вы уже понимаете, что он просто великолепен. Смотрите, какие прекрасные золотистые включения. Он сияет, сверкает. Вы знаете, я вначале думала, что украшение, наверное, получится грубое, как-то, потому что сами бусины, они большие. Смотрите, видите, я возьму в руку. Ну, большие. И сережки тоже из двух таких бусин. Но, вы знаете, оказалось, что нет. Как-то смотрится очень хорошо. И в сочетании, я думала, пойдет сочетание с зеленым гранатом. Ну, тоже очень красиво. Вы знаете, многие заметили, вот на камере, когда я была на шопинге, очень понравилось. Даже к многим вещам подходит очень, очень красиво. Несмотря на то, что огромные камни. Ну, я люблю огромные камни, это мое. Я мелкие не люблю. Как-то, мне кажется, чего-то недостаточно. Все теряется, все где-то там, непонятно, мелюзга какая-то. Ну, если бы это был бы чистый рубин, то, может быть, я бы, конечно, не сказала бы так. Что, Рози, что папа говорит? Ты мой золотой. Показываю еще раз и буду показывать сейчас еще одно украшение, тоже рутиловый кварц и непринит. Что, Рози, что папа говорит? Да, играется с тобой. Интересное получила сочетание. Рутиловый кварц, принит и золотистый кварц. Желтые бусины маленькие. Это золотистый кварц. Его называют gold кварц и принит. Красиво, великолепные, чистейшие бусины. Если принит чистый, то он имеет такой даже желтоватый немного оттенок. И это как бы все вместе интересно сошлось, вот такое получилось еще одно украшение. Ну, кварц рутиловый, сами понимаете, что выделяется, наверное, это первое, что можно заметить. Это, конечно же, этот кварц. Такие красивые лучики внутри. Где-то есть больше, где-то меньше. Такой красивый, очень красивый. Я в восторге от него. Как-то я раньше, ну, не замечала. Просто я не видела глазами. Я видела на картинке, да, красивый. Но стоило мне взять в руки один раз, и все. Он оказался в любимчиках. Вообще, конечно, все минералы, они прекрасны. Я их все люблю. Просто для меня лично подходят именно минералы, которые по твердости выше, вот именно те камни. Вот кварц имеет по твердости 7. 6,5, как бы я еще могу на 6, я еще могу носить. Ниже 6 я уже не могу носить. Тот же малахит, тот же змеевик, тот же, что еще, бирюза, камни, которые ниже 6, я не могу. Апатит тот же. Я не могу, у меня почему-то начинает тошнить, кружится голова, и до обморочного состояния будет, если я буду, допустим, даже в течение дня носить. Вот у меня такой был признак от апатита. Я никак не могла понять, потом я начала разбираться, все изучать, и все определила. В конце концов, так можете и вы сделать. Это все связано с типом характера, с типом энергетики вашей. Очень многие-многие детали надо изучать. Показываю еще раз, потому что он настолько прекрасен, что его можно рассматривать, эти золотистые лучики, бесконечно можно на них смотреть. Бесконечно. Ну и также этот кварц тоже. Желтый просто как ягодки. Облепиха очень напоминает мне. И принят великолепен.
И третье украшение из этого же рутилового кварца. Только это просто один этот кварц чисто. Опять же, бусины большие, такие огромнейшие, но на шейке они смотрятся очень красиво. Незаметно, что они большие. Почему? Потому что сочетается по цвету кожи. Понимаете? И поэтому это не выделяются. Именно большие эти камни, они не выделяются. Они как бы сливаются с цветом кожи, с телом. И поэтому смотрится все гармонично. Я тоже вначале думала, наверное, будет, ну, слишком как бы грубо смотреться. Нет. Мне кажется, даже любые камни, большие или маленькие, никогда не будут грубо смотреться на теле. Потому что это минерал. Он в любом случае будет все равно смотреться хорошо. Хотя смотреться — это его качество последнее. Первое качество — это его полезность, конечно же, которую он дает нашему организму. В это украшение я выбирала самое, что ни на есть, красивые бусины. Они чистейшие. Здесь есть очень много этих лучиков золотистых в камне. Каждый камень насыщен. И эти маленькие 10 миллиметров — это тоже этот же рутиловый кварц. Это я отдельно покупала. Он идет как из дорогих. Если по цене смотреть, то дороже, нежели обычный вот как бы кристалл кварц. Хрустальный кварц. Есть темные, как шампанское по цвету. Вот так я его соединила. Внизу две нити. Перевернуть надо. Вот такие соединительные части у меня получились. Это бусинки, это серебро. А нижняя двойная такая соединительная, как бы сказать вам, не знаю, как они называются. Это обычная, просто хорошего качества. Она имеет внутри такие стеклянные бусинки. Видите, она сверкает. Для себя, конечно же, я делаю все, как говорится, по делу. И если надо золото включить, то я включу и золотые бусинки, если они нужны будут. Конечно же, если заказчик попросит, допустим, сделать с серебром, то я, конечно, буду делать с серебром. Но в основном украшения на продажу я делаю обычные. А фурнитуру, сережки, разные другие там бусины, потому что заказчику, в принципе, все равно. С серебром, понимаете, что это будет дороже. Иногда бывают бусины или какая-то другая, допустим, эти застежки, фурнитуру вставляешь, дороже стоит, чем сам, допустим, какой-то минерал. Вот такое украшение. Да, Рози? Рози. Ау, Рози. 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 Ты моя собачка золотая. Ой, как она любит это дело, когда я начинаю делать видео об украшениях. Как она это любит. Даже игры с папой оставляет. Вот она любит. Она или чувствует, или понимает. Мне кажется, она, наверное, чувствует все-таки минералы. Она их чувствует очень хорошо. Как только я открываю свою шкатулочку, начинаю перебирать камушки, свои украшения, она тут как тут, и носик свой в эти камушки. Да, Рози? Красота ты моя. Посмотри, как ты красиво сочетаешься с кварцем. Ох, красота. Рыжая. Рыжая, рыжая красота. Тоже золотая. Да? Ты золото. 5 килограмм. Все, пока-пока всем. Приятного просмотра. Пока-пока.